Всем привет, мальчики и девочки. На основном канале уже было видео, но я заказал себе еще раз и покажу на этом канале. В общем, ссылочка на основное видео будет в описании. Приходит вот такой вот коробочки, оперативочка Пускил. Почему я ее выбрал? Она идет на оригинальных чипах от сейчас секунду аккуратно разрежу, от Самсунга оригинальные чипы. О, вот так вот. DDR4 Saudim, самсунговские чипы, клок 19, частота 266, 8 гигабайт, на гривны получается меньше 700 гривен. Купончики, естественно, используем, промокоды используем, будет еще дешевле. К сожалению, для Украины и купоны, промокод нельзя использовать, почему, не знаю. Ну да ладно. Давайте я сейчас установлю, покажу, как проверить. Ну и в общем, поедем дальше. Значит, ребят, обязательно вытягиваем все планки с ноутбука, вставляем новую планку. Чтобы, ну, то же самое касается ПК, чтобы быстрее прошел тест. Потому что в прошлом мы с вами проверяли, она показала нормально, без ошибок. И включаем ноутбук. Возможно, в ноутбуках, в ПК идет автоподстройка по частотам, по клокам, автооптимизация. Возможно, двойная перезагрузка. То есть сначала загорится экран, потухнет, еще раз загорится уже с логотипом совсем. Это норма. И точно так же, возможно, просто темный экран у вас будет долгое время. И подсветка клавиатуры, если она есть, или же просто намлок будет долго гореть. Это тоже нормально. После этого, возможно, перезагрузка или нет. И далее пошла загрузка Windows. Это обязательно сделать до проверки. Теперь, собственно, по самой проверке. Включаем. В большинстве ноутбуков F12 это выбор загрузчика. Я надеюсь, я успел нажать. Да. Выбор загрузчика, чтобы не входить в BIOS, не менять, потом обратно менять. То есть здесь одноразово. То есть вот наша флешка со стрельцом. Ссылочку я оставлю в описании. И здесь у нас третий пункт меню. Диагностика памяти Windows. Это нам и надо. Это проще всего. У меня стрелец, вы знаете, кто смотрит мой основной канал, основной рабочий инструмент. Поэтому мне гораздо проще, чем заходить куда-то внутрь Windows, нажал, и все, пошло средство по диагностике памяти Windows, пошло само проверяться. Процесс достаточно долгий, 8 гигабайт до 3 часов может проверяться. Ну, 1,5-2 часа точно будет. Поэтому пока, ребят, пауза, и дальше продолжим. В общем, ребят, проверил, ошибок нет. Все четенько, классно. Вставил я планочку вторую, ну, первую, собственно, туда добавил, которую проверяли в прошлый раз. Давайте включим, покажу. Он должен тоже долго включаться, он должен воспринять две планки. Первое включение долгое. Это нормально, особенно для ноутбуков. Ждем, все хорошо, не переживаем.
Все, запустился. Следующий запуск будет молниеносный. То есть 2,5-3 секунды, в принципе, грузится винда. The Bluetooth device is connected successfully. Давайте перейдем в AIDU. Мы видим с вами память всего 16,226, заняты 4,3, свободно 11, загрузка 27. Смотрим в суммарной информации. DIM1 у нас пускил, DIM3 у нас пускил, точно такой же, все точно такой же, один в один. Возможно, продавец не заморачивается с прошивками и идентификаторами. В общем, 8 гигов, DDR4, 2666, SDRAM, тайминги 21.19.19.43, 20.19.19.43, 19.19.19.43. В общем, все у нас по таймингам, все у нас одинаково. Теперь давайте попробуем зайдем в CPU-Z, чтобы посмотреть, работает ли он у нас в дуал режиме. ПУ показывает у нас процессор. Так как у нас процессор взаимосвязан с оперативой, поэтому вот переходим в память, число каналов дуал. То есть работает у нас в двухканальном режиме. Частота контроллера памяти 797-798. Он сразу 3600. Короче, она у нас же по таймингам скачет автоматом. 19.0 частота. Ну, клок 19. 43. 467. Время, необходимое для декодирования контроллера команд 2T. Объем 16 гигов, то есть, ну все, у нас плата идет в двухканальном режиме. Все нормально. Вот такое вот видео, ребят. Ссылочка будет в описании. Я на этом с вами прощаюсь. Покедова!